На третьем месте прибыль. Первый четверг пройден за 36,2 секунды. Сбоит третий номер Булавник, сбоит второй номер Октавия. Бег ведет Буденновск, четвертый номер в руках мастер Наездника Евстигнеева Наталья. Далее шестой номер прибыль, сбою прибыли. Далее пятый номер Порш Каен, второй номер Октавия. Опережают ее третий номер Булавник. Бег ведет Буденновск, далее на втором месте Порш Каен, на третьем месте прибыль. Вторая четверть пройдена за 35,4 секунды. Бег ведет без изменений. Четвертый номер Буденновск. Далее Порш Каен, пятый номер и шестой номер прибыль. Сбоит пятый номер Порш Каен. Уверенно лидирует четвертый номер Буденновск в руках мастера наездника Евстигнеевой Натальи. На втором месте шестой номер прибыль. Далее Порш Каен. Третья четверть пройдена за 36 секунд ровно. Бег по-прежнему без изменений возглавляет четвертый номер Буденновск. Далее прибыль Порш Каен. Участники третьего заезда вступительного орловского приза для лошадей 2 лет орловской расистой породы выходят на финишную прямую, заканчивают дистанцию, уверенно лидируя четвертый номер Буденновск. Далее шестой номер прибыль в руках мастера наездника слепого Василия. К финишному столбу приближается третий номер Булавник в руках мастера наездника Секисова Виталия. Заканчивает дистанцию номер Порш Каен. Заканчивает дистанцию второй номер Октавия.